Имеется ведомость. А вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Много их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и млад, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. «Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Непрерывно бьется бой, и в атаку снова он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, что вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее своим.